В настоящее время идет осенний призыв в спортивные роты. Всего их 4, и дислоцируются они в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и подмосковной Балашихе. Служить в этих подразделениях получают право кандидаты и члены сборных команд России по олимпийским видам спорта. Мой вид спорта – академическая гребля. Я являюсь мастером спорта международного класса. Очень хотелось попасть в спортивную роту. Очень рад, очень горд за то, что все-таки мне удалось сюда попасть. Спортивные роты давно доказали свою эффективность. Эти подразделения не одно десятилетие существовали в советской армии. Армия российская от них отказалась несколько лет назад. Перспективным атлетам, у которых не было отсрочек, приходилось идти на службу в обычные воинские части, где они не могли полноценно тренироваться. В прошлом году спортивные роты были возрождены, результат, как говорится, налицо. За прошедшее время рядовые спортрот становились чемпионами и призерами зимних Олимпийских игр в Сочи, чемпионами мира и Европы. Нынешним новобранцам также предстоит совмещать боевую подготовку с участием в различных соревнованиях. Неделя будет насыщенно проходить. 8 часов занятий в день, 5 дней, 40 часов у них по программе боевой подготовки спортивных рот. Мы с ними будем проводить занятия. Дадим только основное им. Естественно, за неделю невозможно дать всего, что должен знать военнослужащий. Вот. Но основное они будут знать. Это огневая подготовка, радиационно-химическая, биологическая защита по предметам, общевоинские уставы, строевая подготовка. Это та основа, которая будет ими изучена, основные все моменты, чтобы иметь представление. Также проведем практические занятия по огневой подготовке, стрельбы, естественно, перед присягой. Торжественная присяга будет проходить у нас в городе Сочи на объектах, на олимпийских объектах.